Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, ты будешь учиться только на отлично! Всем здорова, ребятки! С вами по-прежнему Верфони и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Human Fall Flat! Всем обобус, ребята! Здорово, чуваки! Ну что ж, друзья, сегодня мы заключенные, и нас отправили на остров-тюрьму! Сегодня мы с пацанами попробуем сбежать с этого острова-тюрьмы и выбраться отсюда! Нам предстоит пройти опасные ловушки и сложные испытания, так что смело ставьте лайкусик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка, заранее огромное спасибо, нам с пацанами будет безумно приятно! Ну что, ребят, я Овер 007, заключенный под номером 007, Бобби у нас заключенный под номером 1337, ну а Андрюха Фанидзе, опасный заключенный положенец 228! В общем, ребят, пожелайте нам удачи, и мы попробуем выбраться с этой тюрьмы, с опасного острова для заключенных. Ну что, парни, погнали, блин! А куда бежать нам? Мужики! Мужики! Я застрял! Все, идет разведка. Парни, я застрял, вытаскивай, спасибо. Изи, изи. Видите, друзья, ловушки на каждом углу, блин, здесь нужно быть аккуратными. Так, бобян! Прыгай! Суета! О, сюда, перепрыгивай, Андрюха! Давай к нам! Помогите, ловите, мужики! О, хорошо! Так, ну что, парни, на фонарик и поехали! Пацаны, блин, я в начале! Я упал! Давай к нам! Давайте, блин, там через фонарь этот и туда погнали! На другую часть, правильно? Да! А кто там не перелетел? Шо? Тут тюремные ворота, смотрите! Ну да, кто-то закрыл, блин! Так, бобян, погнали! Что, а как? Выпустите. Стоп. А значит, должен быть другой путь, если здесь охранники закрыли ворота, ребят. Мы должны их как-то открыть. Погнали, посмотрим, может, здесь где-то. Может быть, как-то надо здесь обойти. А давайте посмотрим, может, вот тут какие-то вон лестницы. Погнали давайте сюда. Давайте, вперед. Так, здесь какие-то все в заборах, друзья, все непонятно, что. А, во, парни, здесь целый новый маршрут, ребят, смотрите. Во, вот здесь вот можно пройти. Тут такие платформы. О, аккуратно надо быть. Ого себе, паркур! Мужики! Блин, Анатолий, все сначала проходи. Да, все сначала, давайте там встретимся. Ну что, давайте попробуем, парни, с еще одной попытки. Так, двигайся, Андрюха. Ты что толкаешься? Аккуратно, так, все сюда. Да, Бобис! Что ты наделал, Бобян? Я чуть не упал, блин, аккуратно. Ты так не тяни. О, мужики, о, я перелетел, нормально. Пока а, там главное не прыгайте! Главное особо не прыгай, когда она вверх идет, иначе улетишь высоко! Давай, давай, я давай! Понял! О, Андрюха! Ой-ой. Цепляйся! Суета. Андрюха, если что, я тебя буду ловить, брат! Давай! Хорошо, братишки! Давай, 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 Андрюха! Опа. Сюда! Сюда прыгай! Ловишь! Хорошо! Руш. Так, и смотри, походу нам в это окно, ребят! Так. Жесткач, ну-ка, надо будет осторожненько. Ты можешь там две открыть? Смотрите, парни, здесь рычаг. Идите, можете сразу туда идти. Я сейчас открою ворота, по идее. Ага, хорошо, давай. Открылись? Смотрите, нет. Рычаг. Не открылось? Не-а. А вот так сейчас до конца. Открывается. Открываются. Открывается? Погнали, Андрюх. Да. Погнали обратно. Подожди, я хочу посмотреть, что там внутри. Ничего там внутри такого нету, блин. Ну ладно, ладно, тогда полетели, братишки. Суета на пределе. Андрюха! Ты что, братик, сейчас я вылезу. Сейчас, давай, Димон, ползи, давай я могу дать руку, ножку, там что-нибудь еще. Капец, ребят, вот это тюрьма, понимаете? Целый остров тюремный. Так, Андрюх, давай ногу. Давай. Давай, положи, цепляйся. Тяни меня, тяни, 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 брат. О, нормально. Суета. Ну что, друзья, здесь у нас открылись ворота, и тут какой-то мост испытаний. Мужики, блин. Он рушится, Андрюха, ты сломал мне его. А так нормально, нормально, сейчас я подниму. Да нет, все заново. Давай, Димон, проходи, блин, одного тебя ждем. Так, конечно, там Андрюха чуть раньше бежал, передо мной все пропало. Погнали. Извини, шеф. Ну, я сам не знал, блин, что оно будет это все убираться. Вау, а тут что, смотрите. Что, работаем? Тихо. Капец, тут придумали охранники. А что делать? Обратно давай, опять. Сохранение. Парни, там сохраняшка. Я прошел, я прошел, прошел. Хорош, 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 блин. А что дальше делать? Мужики, помогите. Андрюха, давай по спирали, не, пошел. Ты где? Ты упал, что ли? Я там наверху. На каком? Ты где, Андрюха? О, смотрите, где я? Я не вижу его. Я тоже. На каком верху, Андрюх?
Да вот на самом, смотрите, мужики, шеф летит! А, вон он, там вон, где кусты, блин, сверху спиральки. Давай сюда. Прохождение, я пошел, поверху, шеф. Красава, здесь он, парни, платформу надо ждать. Смотрите, друзья, там дальше целый остров еще с препятствиями, походу. Так, давайте, парни, ждем. Ждем эту штуку. А вдруг там эти охранники живут, там домик какой-то. Что будем делать, если встретимся с ними? Ничего, бежать, блин, сломя голову. Так, парни, Бабян, отпусти меня. Бабян, а что делать? Зачем держишь так? Ну что вы делаете? Пацаны, вы что? Вы куда? Я на остров, парни, я поехал. Быстрее, быстрее, кто успеет? Все, стоим. Все, все. Тихо, тихо, тихо. Стоим, положиться. Тихо. Парни, мне неудобно. Тихо, парни, сейчас будем прыгать, парни. Парни, погнали! О, нифига, блин! Так! Куда жить, смотрите, мужики! Ага, смотрите, здесь еще один проход закрыт, парни! Тут нам не пройти! Так, давайте посмотрим, что в домике! Здесь какие-то электрощиты! Здесь ничего! Там еще, парни, пещера какая-то! Давайте посмотрим! Мясник фонит за 228, я сейчас вас всех на место пущу! Иди сюда, лысый! Не, Андрюха, это если охранники придут, ты их топором убьешь, блин! А, ну все тогда, буду с топором ходить. Так, в пещере, парни, нифига нет, что-то нам надо сделать. Может, разбить топором пещеру дальше? А, посмотрите, а здесь мост, парни, здесь сломан мост, может, его как-то починить можно? Да ну. Где мост какой? Вот, тут мост, блин. Может, как-то... Что? Вот, там мост. О, все, вижу. Да, за углом был мост, парни. Тут еще какие-то блоки надо, там еще в домике какой-то рисунок. Непонятно, что, блин, парни, я не знаю, блин. Вот, блин. Нам надо как-то все отсюда выйти. А вот дощечки, может, мост сделаем дощечками? Ну давайте, давайте. Во, в натуре! О, отличная идея, шеф, давайте, работайте. Так, парни, сейчас я попробую. Давай, Бабян, понесли. Погнали. Давай, куда его, блин? Блин, походу, ребят, реально надо мост починить. Да там он мост за углом. Ну ты что делаешь? Я его могу, сам могу палочку донести, Бабян. Ну давай, давай. Во, смотри. О, парни, если я вот так положу, правильно будет? Так, а если перепрыгнуть этот мост? А там ты не перепрыгнешь слишком далеко. А мне кажется, с разрушечки можно было бы. Ну нормально, можно так пройти. Во, парни, ага, нам куда-то дальше. Ну, супер. Так, здесь гений, проход Димон, закрыт, гений. Мужики. Во, сохраняшка. Может, нам на эту платформу надо? Так, тут закрыто, парни. Блин. Не топор, сейчас я выломаю. Сыщ, открой. Походу, вот сюда, куда Бабян, да, надо? Да, 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 да. Ну давай попробуем. Так, Бобис, ты что, не допрыгнул, брат? Бобби, ты куда падаешь? Так, короче, Андрюха, я сюда. Да, я молодец. Короче, ребят, там дальше целое испытание. Все, парни, я пошел. О, ваш. По кайфу. Так, тут опять такой же мост, парни. Блин, давайте я вас тут подожду. Давай, жди нас, Бабяк. Ну что, мы влезем? Давай попробуем. Да, полетели. Да, аккуратно. И вот будет ехать, прыгайте, парни. Ага, прыгайте. Ну-ка, паркур. О, залетел, кто там упал? Бабян? Да. Бабяк свалился. Я приду к вам. Ну все, мужики, я встал, сейчас буду... Во-во-во, прыгай! Прыгать! Во, красава! Так, ну что, парни, давайте я первый этот мостик пройду, погодите. Давай. Он, наверное, давай, так же будет 7. Исчезать. Давай, пошел. А ты хитрец. Воу, по кайфу. Так, парни, бегите. Бабя, давай, не сдавай газ. О, давай. Хорош, так, Андрюха, пошел. Андрюха. На скиллухе. Андрюха на скиллухе. А вот здесь, парни, теперь реально скиллуха. А здесь легко. Как это? До свидания. До свидания, Бабяк. Так, Андрюха, я пошел. Я стою. Офигеть, агент, это сложно. Агент 007, лысый овер, проходит дорогу. Капец, как это пройти теперь? В самом начале. Оу, май. Офигеть, парни. А если мы попробуем как-то слайфхачить и перелезть вот так? Я, кстати, тоже думал об этом. Парни. Парни. Парни! Отпусти меня! Чё там, Диман? Мужики! Здорово! Ты перешёл? Да, парни! Я пролез, там можно не проходить эту тему, наверное, это для самых умных. Во! Да нифига себе, Диман. Мы же вообще-то должны пройти, не? Во, парни, здесь провода, помните электрические щиты, про которые я говорил? Ага. Ну, да. Вот, надо провода взять. Так смотрите, все, мужики, я прошел это. А ты посмотри на нас. А что там? Ты видишь, что там происходит? Кто там застрял, блин, упал? Так, давай, Андрюха, проходи эти штуки, я беру провода. Сейчас пойдем открывать дальше. Погнали, блин. Давай. Помогайте мне, Бабян, бери тоже провода. Проще было через эту штуку пройти. Ну да, блин, все, я взял, надо провода, и там потом подсоединить что-то, и, наверное, мы ворота откроем дальше. Да, сейчас возьму. Так, да ладно, я взял уже. Спасибо. Что, я тебя скинул?
Да. Там еще какие-то палки, может, тоже нам нужны будут, парни. Пока что непонятно. Андрюха проходит, смотри. Андрюха проходит. Андрюха лежит. А что, не надо, мужики, проходить больше? Да нет, мы уже взяли провода, мы уже бежим. Так, Бобян, может, возьмешь проводок, слышишь? А ты уверен? Мне так тяжело, Бобян, я сейчас вообще упаду, тут палки мешают. Вон, возьми красный. Или давай. Синий. Взял? Да. Ой. Давай уже какой-нибудь. Так, давай, чтобы безопасности. Все, давай. Красный взял? Во! Все, несем, парни, проводки, погнали. Так, парни, главное проводки донести, чтобы они не упали. Что? Подтяните проводок. Они застряли? Так, погодите, надо красный провод. Сейвить, не отпускай его только. Отпускай, иди назад по полоске. Давай обратно, Бобяк. Давай, заходи. Сейчас я его возьму, все, погнали. Во, все четенько. Я же говорю, Бобян, ты вот это, будь начеку, блин. Так, давайте синий. Слышь, Андрюх, бери, иди щиток уже, неси его, блин, к воротам. Хорошо. Бери щиток, все, давай, мы, Бобян, провода наверх несем. Походу, ребят, сейчас ворота откроем, да, вот это мы тюремщики, блин. Тюремщики со скиллом. Вот сюда, Бобян, вставляй красный, я синий. Блин, я перепутал. Бобян, я перепутал. Я вставил. Все, я тоже. Так, теперь, Андрюха, неси бачок, вставляем. Ну что, парни? Ну что, бачок? Да здравствует электричество, парни. Подтяни поближе. Подтяни. О, нормально. Разорвалось. Соединение разорвалось. Так, а красный ставили? Поближе. Тихо, а красный ставлен. Красный, во, все вставили. Да, красный вроде вставили. А, синий выпал. Давай синий. Во! Во, все, четенько. Ну-ка. Ворота открылись! Уходим, свобода! Давай, парни, туда, свободу! Наконец-то свобода! Не бой! Капец тут, мужики! Так тут еще целый остров! Тут тоже надо как-то открыть ворота! Смотрите, тот рычаг, парни, он сверху, ворота вот здесь, надо залезть как-то наверх, давайте в дом. Ну там, наверное, лестница в доме есть. Ага, тут надо как-то лифт активировать. Лифт какой-то. Так, парни, а непонятно. А вот, смотрите, мужики, тут кнопка как-то есть. Ну-ка, скрытая кнопка, ну-ка. Где вот, кнопка? Вот. Так, вот, нажимай, вот. Нажимай кнопку, стой тут на кнопке, а я поеду на лифте. А тут лестница. Был. Тут лестница, а ладно, пускай Бобян ждет, что такого? Бобян, не, стой, ну, там. В натуре согласен. Все, у нас командная работа. Все, Бобис, мы открываем дверь. Можешь убегать. К двери беги. Я убегаю. Да, беги к куда двери. Бежать? А куда бежать? Какой? А все, к двери, которую мы открываем. Все, открыли. Открываются ворота, мужики. Да, открываются. Все, по свободу, кайфу. Правильно понимаю? Офигеть, мужики. Вау, нифига тут, блин. Смотрите, а как? А? Оу, май, так тут едет, смотрите. Прикол. А, фунигулятор. Так, внутрь. А вот он, я только увидел. Фуникулятор. Фуникулер вагончик. Погнали, парни, свобода. Ну что, в космос полетели, да? Поехали, мужики. Давай. Ну что, стартуем? Газуй, шеф. Стартанули. Ей, по кайфу, друзья. Вот это лайкусик, блин. Слушайте, вот это мы с пацанами приключения нашли на задницу. А мы, друзья, опа, знаете что? Мы банк ограбили и нас посадили в тюрьму, блин, да, парни? Ага. В натуре ты прав. Так, а сохраняшки не было? Нет! Сохраняшки что-то не было, да, парни? Ой, блин. А тут что, альтернативный путь есть, что ли? Так, либо там можно пройти, либо так, да, я вижу, два пути. И что делать, какой выбирать, какой лучше, какой проще? Мне кажется, слева прикольный. Сейчас подождем Бобяна сначала. Я приехал, мужики, здорово. Так, ну непонятно, блин, как идти. Давайте кто-то так пойдет, а кто-то там. А тут, парни, стоп. Давайте попробуем, разделимся. А здесь что? Так, а тут реально... Ой, я взял чекпоинт, парни. Теперь мы можем, если что, сейвиться. Так, а непонятно, ребят, как идти вообще в натуре. По какому пути, блин? Мне кажется, подождите, мне кажется, тут нет... Что, я упал? Что там нет? Нет разницы, какой уровень идти, все равно нужно попасть на тот остров. В натуре, блин? Ну давайте попробуем, парни. Я даже не знаю, блин, как идти. Ну давайте, у нас вот тут чекпоинт, попробуем здесь, блин. Давайте так. Так, погнали сюда. Здесь вот, парни, дырки в полу тюремщики сделали дурацкие. Аккуратно. В натуре. Сюда. Так, нормально, я застрял, парни, все хорошо. Я жив, все хорошо. Все хорошо. Бобян! Ой-ой-ой-ой-ой! Вау! Блин, нифига, парни, это сложно! Вау! Капец! А может быть, я попробую через молотки, короче. Так, через молотки. А куда теперь, парни, мне? Слышите? Мне кажется, надо дальше. Так, я пошел теперь прямо по этим штукам. И куда я приду? Мужики, я упал! Куда я приду? А, там рычаг, парни, какой-то, блин. В любом случае надо... Да, нет, да, надо да. Через молотки лучше проходить, так ближе будет. Через молотки даже легче, по-моему. Да, давайте через молотки, там какой-то рычаг надо включить. Погнали, включим. Офигеть, ребят, вот это тюрьма, вот это ребусы, это Алькатрас. Я на камень, короче, падаю, меня скидывает вниз. В натуре?
Оу, а меня откинуло молотком, блин. Так, погнали, ну чё, парни, на молоточке. Надо аккуратно проходить, аккуратно. Давайте, так, мужики, работаем. Так. Чик, вот так вот становимся. Аккуратно, нет! Шо, Бабиан, молоточек сбил, там кажется, ну, да, да там как будто кончик. Прошел, блин. Угу. А там не прошел. Так, молотки, молотки. Так, я пошел, парни. Я пошел. Так, нормально. Во-во-во, короче, ребят, нормально, надо молотки. А этот жесткий молот! Да. Как, блин, его пройти? Суета. О, вот это будет сложно. Ну что, пробуем пройти, парни. У вас как, получается? Да ну, нет. Нифига, блин, сложно, да? Там надо допрыгать как-то. Там просто, если бежишь, не успеешь, надо прыгать. Ну все, парни, я пошел. Давай, удачи. Опа, зацепились, нормально. Мужики. Чё? Чё? Я попробую по другому пути, если чё, окей? Ну давай, Андрюха, по-другому, ребята. Мы так попробуем через молоты. Ну все, короче, Бабян, я иду, блин. Я пошел. Давай, удачи. Так, мужики, я что-то могу включить, включать. Андрюха, все включай. Все кнопки, что увидишь, все включай. Андрюх, ты уже прошел на остров? Я прошел на какой-то остров, мужики, я там что-то активировал. Надо дальше, рычажок там еще какой-то. Ну подождите, я вот смотрю, что-то кручу, мне надо пойти как-то туда, наверное, да? Да, ты прокрути дорогу так, чтобы тебе легко до острова было, и иди, это, наверное, парные, одни с одной стороны проходят, другие с другой, сделай себе дорогу хорошую и проходи. Вот бы дорогу хорошую. Да, сделай что-то, Андрюха, мы попробуем эти штучки пройти, но они сложно проходятся, ребят. Натуре. Так, все, я попробую, парни. Короче, надо еще какой-то красный рычаг там включить. Не, молотки это вообще, блин. Да, молочки дичь. Деле. Давай лучше все попробуем там пройти. Кто-нибудь ползет уже там до острова? Ну, почти, я да. Ползу. Шеф. Андрюха, ползи. Положенец идет сюда. Давай, если пройдешь, там активируй красный рычаг, блин. Как вы думаете, мужики, я допрыгну, блин? Я думаю, Андрюха, у тебя все получится, все в твоих руках. Хорошо, шеф. А, понял, что? Принял. Нажал мужики, там? Мужики, последний молоток. Бобис, проходи молоток, попрошу! Я пошел, мужики, я тоже пошел! Красава, пацаны, вы все сделали! Здесь. Все, активируйте рычаг, и что он сделает нам? Активируй! Что он сделает? Ну-ка. Так, ну, и что и произошло? Шо? Так, парни. Ничего, сделалось. И как нам теперь куда-то попасть надо? А там ворота же были вроде, не, Ша? Ворота открывают, там были ворота, ребята, пацаны! Вы открыли ворота, вы молодцы, парни! Красава, мы все прошли! Падайте, капец, ребят, вот это командная работа! Бобби и Фоня открывают ворота, и мы двигаемся дальше! Капец, парни! Так, а здесь что? Так, тут надо телегу, парни, но это я попробую подвинуть, блин. Давай. Берем телегу, ребят, и двигаем. О, парни, одному тяжело, кто поможет с другой стороны вставать? Запрягай упряжку, парни. Тележку, тяни ее, тяни. Толкаем. Вон, там, смотрите, подкоп, друзья, опачки, дырка в стене. Подкоп. Взорвали проход, нашли дырку, друзья, в стене, выбежали из тюрьмы. Взорвали проход, давайте, мужики. Так, выбили дырку, дальше, так. Наверное, не, парни, может, вот сюда? Мужички, вот тут дырка в стене, нормально, ребята, тюрьма рушится. Так, тут мост сломан, дощечек нет, придется через фонарь. Да ничего страшного, бабяк. Давай, Андрюха. Поднимайся. Через фонарик, парни. Так, а здесь как? Мужики? Слышите? А тут дальше непонятно, блин, тут оббегаем. Давайте, вы бежите там, мужички? Да, мы бежим. Давайте, бегите. Так, тут, парни, я нашел еще одну дырку. Подожди. Да, я жду, я просто не понимаю, что нам тут надо делать. Тут какой-то пропеллер. Короче, ребят, сейчас я вот это покручу. Что-то, парни, происходит, кто-то видит? Да нет, вроде. Так, что-то я покрутил. Непонятно что. Да, происходит. Всё, что, супер. Что я кручу? Ты открыл ворота, где каменная стенка. Открыл ворота? Да. По кайфу, парни, проходите в эти ворота. Давайте, я возвращаюсь. Давай, тётенька. Так, парни, пока вы там бежали, я уже разблокировал проход, что ли. Хорош, да. Так, давайте, пацаны, сейчас посмотрим, что там. О, ворота открылись, реально. И что там, парни? Так, тут какой-то остров, смотрите, мужики. Так, там следующее испытание. Да. Так, парни, давайте на этом острове все встретимся. Так, Андрюха. Давай, шеф, на 07, запрыгивай. Все, стой, кто там высоко побежал? Так, давайте все встретимся. А тут, посмотри, что надо. Вот ворота какие-то, блин, не открываются. А, нет, смотри, там ворота чем-то заперли, блин. Закрыты, да. Как-то ворота, да, надо идти открыть или чё? Там слева окошко. Окошко? Давай, пролазь в окошко, открывай, Бабиан.
Ага, и там будет, наверное, тоже крутилятор такой. И крутилятор надо прокрутить. Во, крутишь? Открывай ворота, мужики. Да-да-да-да-да-да, все, там ворота сверху открываются, железные тоже. Открывается нормально? Да, но ты крути лучше, больше. Да блин, давайте, тяжело. Давайте, мужики, выходим, тюремные ворота открываются. Сколько мы уже ворот всяких открыли? Не, Бобян, ну ты крути лучше. Да мне тяжело, оно не крутится. Блин, да. Надо помочь Бобяну открутить. Давай, Димон, шеф, крути, а я буду контролировать ситуацию. Ну что, Бобян, ты не в ту сторону крутишь, ну, влево же откручиваются, Бобян. Опа! Влево! Мужики, есть подвижечки. Бобян, точно, я забыл. Откручивать надо влево. Во, открываем. Бобян закручивал ворота. Все, все, все. Можно пройти, да? Открыто, можно пройти, давайте, я вас жду. Красава, ребят, мы что думаем, ворот не открывается, а Бобян их закрывает. Ты хочешь, чтобы мы остались на этом острове тюрьме навсегда, Бобис? Нет, конечно. Ну все тогда, блин, тогда не выпендривайся. Хорошо. А что тут? Так, а здесь вот тоже надо открывать, тут тоже сюда, походу, надо залазить. Здесь можно как-то лайфхаком? Не, ну погодите, надо, наверное, сюда, вот так. О, мы сломали. Так, так, давайте, а вон еще ворота открываем. Бобян, влево. А чем вы сломали, парни? А собой, телом. Нифига вы толстые. Ну что, крутим ворота, открываем дальше. Открывай. Открылись? Ну что там происходит, подождите, подождите. А тут кнопка, подождите, есть какая-то. И нажимай все кнопки, открывай ворота. Нажал, нажал. Все, по идее, все открыли. Что-то открылось. Да, ну-ка. И дальше там открылось. Там развалины, там ведра какие-то, фонари, мужики, тут что-то странное. Так, а вот просто ворота, идем сюда. Нифига себе. Ну, если бы они открывались. Ага, они не могут, может, открыться? Может, надо чем-то их сломать, подождите. Может, там с другой стороны, так а вот, это? Наверное, вот так просто и все. Во. А, вот тут кнопка еще какая-то нажимай, есть. Нажимай, нажимай, Бобян, нажимай. Наверное, сейчас эта штука будет крутиться. А все, да. Парни, давайте туда, короче, надо это пройти, мужики. Лучше всё, стоп, не крутилась. Стоп, стоп, выключи. Я выключил. Теперь нам просто самим как-то надо пройти, да, парни? Погнали. Mm-hmm. Ну да, тут надо быть осторожно. Шеф, ты не пройдешь там, наверное. Почему? Стой, а Бобян. Как там? Там вот. Сверху скидывает вообще, не? Как это? Да нет, вроде. Ничего, нормально все. О, на кайфе прохожу. Бобян бежит по кайфу. Андрюх, давай с нами, поверху. Ща. О! Вообще изи уровень, о, смотрите. О, нормально, парни, смотрите, мы почти сбежали из тюрьмы, парни, чуть-чуть осталось. А здесь мост какой? О, сохраняшка. О, сохраняшка, неужели? Андрюха, падай о, вниз, мужики, давай к нам. Салам алейкум, я здесь. Все, тут опять парни, смотрите, эти штуки, о, блин. Уже это похоже любимое было. Закинули. Тихо, Андрюха затолкался. Я заселился, парни, Андрюху туда затолкало. Прошел, тихо стоим. Помогите. Тихо, дэйм. Парни, там опять мост этот. Да, ё-моё. Дурацкий мост. Так, я поехал, мужики. Во! Давай, летит, летит, малой. Хорошо. Пошел дальше, парни. Верни, я вижу выход. Давай, давай, там уже выход с острова, что ли? В натуре. Натуре, да. Мы почти прошли, блин, друзья. Мы почти сбежали из этой тюрьмы смерти. Давайте, парни, проходите. Давай, 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 давай. Куда допрыгнуть вообще? А вот. Парни, 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 парни. Я у выхода. Подождите. Мы это сделали, мужики. Мы это прошли. Ну все, парни, давайте проходите до меня быстрее. Чутка осталось, жди нас, шеф. Ребята, мы это сделали. Настоящий выход из самой опасной тюрьмы, блин. И мы выбрались. Давайте, давайте, Бобян, Бобян, залазь там. Ждем Бобиса, Андрюха, поздравляю, братуха. Спасибо, братички, салам алейкум, фанидзе на свободе. Наконец-то, братья. Мужики, я прохожу, вы видите? Ага, мы видим, Бобис, проходи давай резче, аккуратно только, прохожу, блин. Прохожу, блин, как же сложно, главное, чтобы вниз туда не упасть. Ага, все, последний мост, Бобян. Трясутся. Ты уже на свободе практически, все. Сейчас упаду. Все, yes, парни, ну что, давайте, раз, два. Стойте, 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 стойте. Все. А давайте все вместе втроем зайдем за ручку. Ну да, давайте, давайте, Андрюх, беремся. Так, Андрюх, ну ты по центру, блин. Давай, ну Бобян, шо, бери. Да. Во, давайте, давай, давай, меня бери, Андрюха, правой рукой. Я тебя ладно, взял. Погнали, короче. Раз, два, три. Мы прошли. Ну что ж, друзья, на этом наш ролик заканчивается. Мы надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Овер, Фонни и Бобби. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Всем баю-бай, дорогие друзья! Да, чуваки!